Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 марта, я продолжаю посевы. Вот только что посеяла лоток опять с новинками. Видите, что сортов огромное количество. Вот в этом лотке 51 сорт. То есть 17 сортов, еще 17, еще 17. И следующий лоток. Ну, там будут у меня, как всегда, новинки, которые я где-то приобрела или мне прислали. Это вот на пробу. А я сейчас хочу рассказать вам о томате «Черный принц», о котором я вчера в прошлом году говорила, что я буду собирать всех-всех черных принцев, какие вообще есть у нас, ну, в природе существуют, чтобы найти настоящего. Многим нравится томат «Черный принц», но сейчас, покупая семена в различных фирмах, мы не можем почему-то, как бы сказать, не восстановить, воспроизвести тот самый томат, который очень многим людям нравился, который крупный, сочный, мясистый, сладкий. И в прошлом году, кто меня смотрел, тот знает, наверное, мой горький опыт, когда я из вот такой пачки «Черного принца», у меня вырос подкидыш, красные мелкие томатики. И я вот в том году сказала, что я задамся целью и попробую все, какие есть вообще сорта черных принцев, и все-таки найду тот настоящий, которыми восхищались мы, который нам нравился, который люди выращивали. Но кого-то были утеряны семена, кто-то надеялся, что в каждый год можно купить, ну, в новый сезон можно купить семена просто в магазине и посеять. Но сейчас оказалось, вырастить черного принца не очень просто. Вот смотрите, я и сама покупала, еще купила вновь пачку, потому что пачки разных годов выпусков, они могут дать разный урожай. Например, в один год фасовали, может, пересорт, вот этот, как подкидыш получится, а в другой сорт фасовка может получиться хороший. И люди откликнулись, кто захотел мне помочь найти настоящего принца, они мне высылали. И вот смотрите, какая ситуация. Я вам сейчас расскажу о разных черных принцах. Оказывается, черных принцев столько много. Я не понимаю, зачем под одним и тем же названием совсем разные томаты выпускать. Но вот смотрите, есть черный принц вот такой вот, плазменные семена. Я не знаю, что из него получится. Это мне Лосева Наталья прислала с города Мурино. Тут он указан 250-400 граммов, 120-150 сантиметров. Это вот такой. Вот сибирский сад «Черный принц». Забелла Ольга мне прислала из Санкт-Петербурга. Тут уже растение 180 сантиметров, тоже до 400 граммов, скорее всего, ну, такой же похож. Только здесь, видите, написано абсолютно ровненький, а тут он немного как ребристый. Этот «Черный принц» еще более ребристый. Вообще какие-то фирма такую, я даже не знаю, артикул написано. Так. Елена Багаева с республики Мари Эл прислала. Ну, правильно, у нас их нету. Это уже высота указана 2,5 метра. Помните, вот это была 1,50 м. Вот это растение 2,5 метра, 200-300 и 400 граммов. Вот это черный принц тоже сибирского сада, видите, одна и та же фотография, все одинаково, но разный год выпуска. Вот этот 19-й год фасовка, а этот в 19-м году закончился срок хранения. Вот это тоже Лосева Наталья мне прислала, и тут указано, ну, тут описание такое же. И еще черный принц прислали мне с Белоруссии, Александра Шелуха прислала. Это ее свои семена. Посмотрим, какие. Потом черный принц мне прислала Владимирова Юлия. Тоже может быть совсем другой, не как у нас. И черный принц мне прислала вот Наталья Козлова с Волгограда. С таким описанием. Просто она сделала ксерокопию. Совсем другая фирма, «Планета семян». Ну, это просто вот как она сделала ксерокопию. И она написала, что отправляя вам семена «Черный принц», открыла пачку, купила, увидела, что в упаковке лежало 2 пакетика, отправляя 1 пакетик вам. Она увидела видео, что я испытываю
Вот у этого черного принца тоже написано, видите, 2,5 метра высота. Ясно, что это совсем, скорее всего, растение не такое, как вот этот 1,50 м. И описание больше похоже на черного принца вот с Арктики. Написано начало посева, ой, посев в начале марта. Ну вот сейчас как раз начало марта, я и сею. Все тут так, так, так. 65 дней рассаду можно высаживать. Я посчитала, у меня как раз она и будет 65-70 дней. 400 граммов. Еще черный принц мне прислала Еременко Валентина, поселок Серышево. И знаете, что я такую тенденцию отследила, что описание вот этих вот, кто мне высылал, тут еще не все собраны черные принцы. Еще домашних семян несколько сортов есть, один и тот же. И описания немного все-таки различаются. Ну, точно так же. В одном, например, 1,20 м, 1,50 м, в другом 2,5 метра, где-то до 200 грамм вес, где-то 400 грамм. Я хочу узнать, какой из этих, ну, как черных принцев вырастет именно тот, который, как вот некоторые до сих пор восхищаются, говорят, что семена утеряны, сорт не можем восстановить, но были мясистые, были сладкие, вот эти шоколадные такие плоды, очень вкусные и крупные, и все. Всем хочется сладких томатов вырастить. И вот как раз вместе с черным принцем в прошлом году я говорила о том, что мне в комментариях очень расхвалили сорт Джала Санта, который тоже один из самых сладких. Вот я нынче собираю еще коллекцию не только черных принцев, но и коллекцию самых сладких семян. Вот мне выслали Джала Санта, и тут же Джали, ну вот этот Джала Санта от Ларисы Лепковой из города Выкса, его посеяла сегодня. И еще к Джала Санте сорту еще манго Джанго прилепилась. Я ни разу не слышала. Вот Силакова Татьяна из города Кемерово мне выслала и написала, что это тоже очень сладкий сорт, еще лучше, чем Джала Санта. Вот так, общаясь со зрителями, узнаешь о тех сортах, о которых даже ты и не слышал. Вот Джала Санта у нас в продаже точно нет. Я узнавала несколько раз. И также, подбирая самые сладкие сорта, ну, я же как транслирую свое желание на видео, в течение видеороликов говорю, что вот мечтаю найти самый сладкий томат. Мне вот прислали еще вот такой, с Новокузнецка, как он называется. Ну, короче, по-русски она называется «Черная капля», она написала. И вот Женя написала, наверное, тот, который вы ищете, супер сладкий, «Черная капля», вкуснее его нет. Название вот такое вот. Выговорить не могу, какой-то КСБУ, не знаю, короче, смешить не буду, людей прочитать не могу, но вот по, ну как сказать, по мнению вот Жени с Новокузнецка, вот этот сорт самый-самый сладкий. Один человек написал, что самый сладкий Джала Санта, другой, что черная капля, а некоторые до сих пор пишут, что самый сладкий это черный принц. Вот будем в этом году дегустировать все эти сорта. Для меня черный принц не новинка, но черный принц я сколько раз пыталась вырастить. Вот почему-то мне кажется, что получается не тот сорт, о которых говорят вот эти опытные огородники старые, которые еще в советские времена выращивали черный принц, нахваливали. Я, к сожалению, поздно начала его выращивать, и все мои посевы неудачные, вырастает что-то не то. Надеюсь, в этом году год високосный, нам повезет, вырастут томаты все, какие мы загадываем. Но черный принц у меня точно будет 8-9... по-моему, 11 даже разновидностей черного принца, ну хоть один из них должен быть хорошим. Все, до свидания.